Всем привет! Готовим сегодня лагман по-русски. У нас нужна свинина. Здесь у меня 3 кусочка шейки, 2 морковки, 2 луковицы, баклажан, 2 помидоры, 1 болгарский перец и 3 зубчика чеснока. Сейчас нужно все подготовить. Морковку порезать кубиками. Лук режем также кубиком. Баклажан тоже кубиком. Также мелким кубиком болгарский перец, помидор и чеснок. В сковороду наливаем 3 столовые ложки растительного масла и добавляем кусочек сливочного. Мне так нравится больше. Выкладываем мясо и на сильном огне нужно обжарить до румяной корочки. Добавляем лук и жарим 1-2 минуты. Потом морковь. Добавляем морковь. Баклажаны. Обжариваем также 1-2 минуты. Здесь добавили болгарский перец и помидор. Тушим тоже 1-2 минуты. Добавляем специи. Я добавила красную паприку, вкусную соль свою, которую готовила руками своими, все перемешивая. И добавила мелиссунели. И до этого добавляла зиру, немножко растерев руками. Теперь заливаем кипятком, ну, где-то стакана 2. И тушим до готовности. Залила водичкой и тушим до готовности. За это время нужно сварить лапшу. Сейчас водичка как у меня закипит, я посолю и сварю вот эту домашнюю лапшу. Лапшу сваренную откидываем на сито, сливаем, но не промываем. Немножко сбрызнем растительным маслом, чтобы оно не подсохло. И ждет своего часа. У меня уже почти готов. Я добавила чеснок. Сейчас буквально 1-2 минутки и выключаем. У меня готово. И я прям сюда высыплю нашу лапшу. Ну и все. Вот эта вкуснятина готова. Ну и, конечно, помидорчик с маринованным лучком и зеленью. Вот такая будет вкуснота у нас сегодня. И вот так это выглядит. Вот такая вкуснятина получилась. Очень вкусно.